Олимпийская чемпионка Елена Вяльби встретилась с курсантами центра «Подвиг». Для именитой спортсменки провели экскурсию по музею учреждения, рассказали об истории и достижениях организации. Елене Вяльби показали награды курсантов и самого центра – благодарности, грамоты, медали, кубки и многое другое. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России рассказала «Вечернему Магадану» о своих впечатлениях о подвиге. Интересно, познавательно, молодцы. Я считаю, что, мне кажется, особенно сейчас очень важно. У нас мало как-то сейчас нет каких-то целей, патриотических каких-то вещей, которые были в советское время. Я не знаю, я ребенок все-таки Советского Союза, и мне это, в общем, импонирует. Мне кажется, для детей, для мальчиков это очень важно. «Подвиг» открыл свои двери для курсантов в 1978 году. За время существования центра его школу прошло более 7 тысяч человек. Сейчас в «Подвиге» занимается около 200 ребят от 8 до 27 лет. Сотрудники центра поблагодарили Елену Вяльби за визит, вручили ей памятные подарки и пригласили снова посетить «Подвиг».